Доброе утро, могучая кучка. Доброе. Доброе, доброе. Ой, какие бесята. Ой, какие бесята. Это же надо, уже так разбесились с утра пораньше, да? Все уже. Веселье у вас бурное. Фейка маленькая, но озорница такая хорошая. Маленькая, любимкая озорница. А спит на мне. Да, на мне. Вот эта маленькая прелесть. Тихонь, скажи, это я тоже хочу с вами беситься, да? Беситься, веселиться. Девочки, да, вы спокойные такие, такие умиротворенные. Вам бы поцеловаться, пообниматься. Белый молодец, шустрик, тоже уже целоваться, обниматься. Игусь, ты на верхотурку хочешь, да? На верхотурку, скажи, от этой малышни такой задиристой. Вот они, возюкалки, кучу малу устроили, прям кучу малу. Да? Всем охота повозиться и повеселиться. Ляльке вроде бы и хочется, но и не хочется, да, скажи, вроде бы со всеми, но пока беситься неохота, скажи, да? Я еще поваляюсь вместе с ней. А фейка самая заводила у нас сегодня утренняя. Каждый раз кто-нибудь разный заводил, да? Вы смотрите осторожно, она у нас хоть и очень шустренькая, но очень такая маленькая и хрупкая. Я ее даже на руки прям осторожно беру. А бесится она как будто со всеми наравне, как будто гигантская псина. Да? Скажи, я большая, я всех победюн. Победюн, победюна ведь. Да? А наши беременяшки, ну, пока мы еще на 100% не уверены, что беременяшки. Но беременяшки вот как бы подразумевается это. К жениху обе сходили, да? Такие вяленькие, томненькие. Вот их поведение, пока внешних признаков нет, но поведение как у беременных. Да, а Милуся еще на всех «ап» говорит, когда к ней пристают. Ну вот мы желаем, кому бодрого утра, кому спокойного, целовального утра, кому какое хочется, а кому позевального, да, утра. Но всем все равно доброго-доброго утречка и прекрасного всем настроения.